Капитализацию постов Трампа в Twitter оценили в 2 миллиардов. Уход Трампа резко снизит стоимость акций Twitter Inc. Если президент США Дональд Трамп перестанет писать сообщения в сети Twitter, ее рыночная стоимость упадет примерно на 2 миллиарда. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на подсчеты аналитика компании Mice Crespi Hardco Джеймса Кокмака. В компании отметили, что уход Трампа резко сократит стоимость нематериальных активов Twitter и снизит стоимость акций. В мире нет лучшей бесплатной рекламы, чем президент Соединенных Штатов Америки, сказал Кокмак. Напомним, ранее сообщалось о том, что в Нью-Йорке появилась статуя Трампа, который кормит голубей твитами. По материалам сайта Newsgro.com.